Я считаю, что решение справедливое. Я всегда действовал в интересах жителей города. И именно этот ремонт был необходим, что показывает прошедшее время после ремонта о том, что аварии нет, и люди очень довольны. И нет никаких, скажем так, больших забот, и не требуется никакое финансирование на устранение аварии. Аварии нет. Но сеть вы надеялись на то, что вот решение сегодня будет именно оправдательным? Я надеялся на справедливое решение суда. Волновались? Не то слово.